Семена смеси ампельных растений Fusaibus блюдон высаживаются сразу в открытый грунт. Почва должна быть плодородная, участок солнечный. Однолетний гибрид представляет собой смесь петунии и бокоппы. Такой вариант смешения сортов характеризуется совпадением скорости роста и сочетанием цветовой палитры обеих культур. Мелкие и крупные цветки этих видов прекрасно смотрятся на каменистых горках и в миксбордерах. Хорошо растут в корзинах на балконах и в пейзажных группах. Цветы сохраняют привлекательный вид с мая до самых заморозков. Смесь ампельных растений Fusaibus блюдон – это однолетнее растение высотой 30 см. Цветок лучше всего подходит для миксбордеров, каменистых горок. Смесь прекрасно используется подавляющим числом садоводов во всем мире для дренированных богатых почв. В качестве места выращивания смеси прекрасно подходит открытый грунт. Расцветает смесь ампельных растений Fusaibus блюдон в месяц июль, май, июнь, август, сентябрь, октябрь. Цветок окрашен в красный цвет. Интересные цветы смесь могут быть до 7 см. Лист этого прекрасного растения по форме продолговатый. Это растение и тысячи других саженцев, луковиц и семян вы можете купить на нашем сайте www.lofa.ru. Если вы просматриваете это видео на YouTube, то ссылку для покупки этого растения можно найти в описании под видеороликом. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, и вы первыми узнаете о новых растениях для вашей дачи.